Только я закончил ковку и два плана залудил, как в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя и инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там не рай, но все же лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Ты уж их, сказал инструктор, постарайся уважать. Экономь, но ешь хоть фрукты, чтобы марку поддержать. Случай был один из вятки инженер, так просто помер с сухомятки, например. А на споры и дебаты отвечай. Я, ребята, демократ, только чай. Но стоял я у комфорки, как умерший инженер. Сухари они в комфорте пригладятся в ГДР. Потому что в Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте. Ну, а может, и ни хрена, я уж в Венгрии на рынок похожу. Да на чешек, на румын погляжу. Демократки, говорили кореша, не берут советских граждан ни гроша. Главный спец по демократам вдруг сказал мне: Коля, врежь, выпей с бывшим дипломатом за крушение надежд. Сам я был на это падким, молвил он и зарыдал. Сам за тягу к демократкам в Будапеште пострадал. Ты меня, живя в комфорте, вспоминай. И гляди, не выкинь фортель, Николай. От даров и баб сурово отвернись. Мол, у нас добра такого завались. Буржуазная зараза, там всюду ходит по пятам. Опасайся пуще глаза, ты в небрачных связи там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Могут действовать они не прямиком и умеют притвориться мужиком. Так что если вдруг вдвоем в купе возьмешь билет, проверяй, какого полу твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь, маху дам. Как проверить, лезть под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока про столицу Бангладеш. Объявляю все, что знают ли невежд. Я, блях, болгаром уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, раз и снять. Бить не нужно, они вникнут, разъяснять. Да я ж по ихнему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без заграницы обойдусь? Я ж не ихнего замеса, я ж сбегу. Ведь я ж на ихнем ни пельмес, ни губу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с бросонок: знаешь, Коля, суди. Что ты, Коля, больно робок? Я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, а все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, о, хорош. Что клеенку с Будапешт привезешь? Сбереги хоть пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть чертом ступи, привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю бедную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и бесстыжие шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки. Провожал, стало петь.
отутюжил рубашки, ты просто любо-дорог смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до гвоздика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт по орту проникал, я весь путь к аэропорту проекал. К трапу я и слышу сзади будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай?